За ответом на интересующие вопросы в консультационный пункт для индивидуальных предпринимателей на базе рынка открытого акционерного общества «Брестский центральный универмаг» можно обратиться каждую пятницу с 11 утра до часа дня. Первый прием был осуществлен 19 февраля, и судя по тому, что свободного времени у специалистов не было, посетители шли один за другим. Такая форма работы полезна и эффективна. Многие предприниматели звонили и в администрацию, обращались и в центр стандартизации с вопросом: да, у нас есть документы, но мы боимся, посмотрите еще раз. Люди-профессионалы посмотрят, как вы видели, продукцию предпринимателей, посмотрят документы, скажут, соответствует, не соответствует, спокойно можно работать. В числе специалистов, которые ведут прием, представители налоговых инспекций, Центра гигиены и эпидемиологии, а также стандартизации и метрологии. У предпринимателей есть возможность, не выходя из одного кабинета, получить консультацию практически по всем вопросам осуществления деятельности. О чем спрашивают предприниматели? Первое – это приносят свои документы, те, которые у них есть, декларации, сертификаты, и просят, чтобы мы их проверили в базе, действительные они, неподдельные они, можно ли с ними, с такими документами работать. Это самый основной вопрос и наиболее часто повторяющийся. Ну, приходят также еще, спрашивают правильно маркировки товара, какая должна быть маркировка товара. Ну и последний вопрос, если уже нету, не могут найти документы, спрашивают, как самостоятельно получить декларацию на тот или иной товар. К слову, в первый день приема специалисты не только принимали посетителей в здании администрации рынка, но и сами вышли к предпринимателям, которых, по данным анализа, в настоящее время работает 15-20% от общего количества. Многие участники планируют возобновить свою деятельность с 1 марта. В связи с этим именно в начале первого весеннего месяца ожидается увеличение количества обращающихся за консультацией. Но специалисты заверяют, что к такому повышению нагрузки готовы.